На тренировке выглядели очень мощно и очень интересно. Чемпионы мира прошлого года юниоров. В этом году способны выступать за, если здесь отсоревнуются, способны защищать честь России на международных соревнованиях дальше. Потому что хотелось, чтобы вы посмотрели на их танец. Я думаю, что они с ним справились. Может быть, не во всех аспектах, но для первого выступления они очень, очень хорошо именно танцевали. Видите, вот у них что-то упало. Я не буду оценивать и не хочу оценивать вместо технической бригады здесь то, что происходило на льду. Потому что нужно смотреть медленный повтор элементов, которые были исполнены. Но не каждая пара может себе позволить на самом высоком уровне включить дорожку, которая состоит из всех элементов фигурного катания, как крюки, выкрюки, скобы, твизлы. На одной ноге элементы, да? Все в основном делают это в начале или в середине программы, уже не во второй части. Чисто исполнены твизлы, вот нам показывают как раз, да? Вот у них очень хорошо было исполнено вот это чиктау, которое было точно первое на наружном ребре. Точно. И точно будет оценено судьями, потому что оно точно имело 4 счета въезд. Есть определенные моменты, которые дают право судьям судить тот или иной элемент. Но у них был танец. Внимательно исполнен.
наполненной сегодня еще ими. Понимаете, не, они не очень, очень эмоциональные ребята. Они не оторвались на полную катушку, но им нужно было действительно вот первый раз прокататься без сбоя. И они это сделали. Они это сделали. Может быть, вот первый элемент здесь. Ну, не буду. Вы знаете, я не хочу комментировать и говорить какие-то ошибки. Я считаю, что эта пара очень интересная, что она очень эмоциональная. И я их по-настоящему поздравляю и рада за успех. Могу радоваться вместе с их тренерами. Это за елкой тоже. Но вот Чиктау, это же один из ключевых элементов, да? Вот, да, он здесь два раза включается. Ты можешь делать подряд две серии, ты можешь их разбить в этом танце, но именно румба, которая была взята как обязательный танец, она включена сюда вот такими двумя сериями, которые ты должен делать по предписанию. А дальше ты должен вставлять те элементы, которые ты можешь сделать. И в основном все, конечно, стараются вставить элементы четвертого уровня. Вот такие, как там твизлы, конечно, дорожка, которая сложнейшая, в себя все включает. Но как это сделано? И на какой уровень это будет оценено технической бригадой и судьями, это мы будем видеть. Я не хочу. Я могу по-своему оценивать это, но я не хочу, потому что мне кажется, что у нас очень грамотная техническая бригада и техническая, и судейская бригада. И я не хотела бы этого делать. Я могу на каких-то закрытых совещаниях или так говорить, что то, что мне здесь все-таки нужно смотреть всегда повтор. Так просто иногда оценивать ребро бывает непросто, потому что технический специалист смотрит несколько раз повторы тех элементов, точность тех элементов, которые нужны. Ну, во всяком случае, я вот их видела последний раз в августе, и после августа он заболел. Очень тяжело заболел. Но в августе они вообще были на такой прямо недосягаемой высоте. Вы знаете, какой просто колоссальный рывок. И вот они возвращаются, я прям вот с дрожью в голосе говорю, что я этому очень рада. Потому что это очень перспективная, настоящая пара, которая умеет трудиться много, хорошо, и у них хорошо работает эта группа. Группа, знаете, и вот как-то мне кажется, что этот у них творческий союз вот именно с этой парой, он вообще дает какие-то вот такие изумительные результаты, и произвольный будет тоже очень интересный. За короткий танец составляет 58,27. 58,27. Нам дают только целиком результат, без каких-либо подробностей.